кажется, у кого-то было лет под эту песню, да? А у тебя в каком месте это было? Аккорды припевные или куплетные? А там одни и те же аккорды. В конце давай споем. Давай, выходи. А это после, друзья, мне нужно, чтобы ты же взял микрофон, после второго припева? Или вообще в конце? Вот я спою и потом дальше играю, да? Вот если... Вы пока кушайте, выпивайте. Попробуем. Очень просто, я расскажу, почему это все так происходит спонтанно. Потому что однажды был конкурс. Мы устраивали конкурс, что каждый должен был снять клип на одну из моих песен. И вот Антон снял такой клип и, в общем, сочинил рэп под песню «Ты со мной не одна». Я не помню, что он там поет, но почему-то сегодня мне захотелось вспомнить об этом. Поддерживаю. Пускай слова здесь не при чем, и ты не думай ни о чем. Нет горизонта за окном, нам хорошо молчать вдвоем. И научи, как хочешь ты, и я, как ты, скажу тебе. С тобой нам вовсе не нужны дороги легкого пути. Ты со мной, я не одна, когда пустота. Вокруг тишина, разбежались кто куда, и вместе с каплями дождя сольется слеза, уже не моя. Как разделить нас пополам? Ты где-то здесь, я где-то там. Снова ночь и снова день, привычно мятая постель. И наяву, а не во сне, мы так привыкли к тишине. Тебя я за руку держу, в глазах твоих не опущу. Ты со мной, я не одна, когда пустота. Вокруг тишина, разбежались кто куда, и вместе с каплями дождя сольется слеза, уже не моя. Yeah.
постоянно.